Так, ну что ж, перед вами, как вы можете узнать, храм Христа Спасителя, рядом Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, куда мы сейчас после храма направляемся. Ну и, естественно, находимся мы в Москве, сейчас на Волхонке. Вот, значит, что нам сказать? Вчера мы сюда прилетели, порадовались, что вразрез с прогнозом погоды, погода была вчера хорошая. Вот, практически нет луж, такое небо, ну, облачное, но достаточно светлое, все такое прочее. Поехали, доехали, доселились, тоже бодренько, не очень много времени у нас заняло. И, собственно, наступил сегодняшний день, мы благополучно проснулись, ну и с самого утра зарядил дождь. Вот, и то, что сейчас капает еле-еле морось, это вот буквально последние, может быть, минут 40. Вот, а до этого прямо он заряжал и капал, и заряжал, и капал, и капал, и заряжал. В общем, лил. Вот, значит, это по погоде, по нашим действиям. Ну, соответственно, с утра мы выбрались. Встреча там ни одна отменилась, поэтому к обеду я уже поехал на Кутузовский, в Сбер, Ажайловский офис. Встретился там с товарищем. Встретился с товарищем, пообщались, вспоминали былое, поговорили о том, как кому сейчас живется, покушали, потом товарищ отпустил работать, встретился с женой, тоже покушали, вот, ну и думали, куда дальше двигать, решили вот сюда поехать, зайти в музей, ну и заодно в храм. Погода не такая, чтобы сильно где-то гулять, поэтому пока у нас такой. Вот здесь, смотрите, выставка «Пинакотека» из Сиены. Вот, приехала к нам. И будем смотреть сейчас ее. Да, так что отправляемся мы оккультуриваться. Жена меня не дает мне посещать всякие, естественно, научные и прочие музеи, заведения, выставки, планетарии и прочее. Говорит, нет, только культура, только рукотворная. Никаких тебе природных и научных штук. Так что идем мы в музей, помаши всем рукой. Все. Всем привет из Москвы. Привет.